Навстречу ветру на Кумысной поляне прошли 5-е региональные гонки на собачьих упряжках. В программу соревнований вошли 4 дисциплины. Конникросс, бег с собакой, байкджоринг, гонка на велосипеде со своим питомцем, скутер, самокат с двумя собаками и карт-упряжкой из 4-6 четвероногих. В мероприятии приняли участие владельцы хаски и маламутов. По словам организаторов клуба любителей ездового спорта «Снежные псы», эти породы собак выбраны не случайно. В соревнованиях по большему счету участвуют собаки породы сибирские хаски, потому что порода издавна предназначалась именно для перевозки грузов на большие расстояния и именно на скоростях больших. В региональных гонках на собачьих упряжках приняли участие 40 заводчиков и их питомцев. Стоит отметить, что такие соревнования проводятся трижды в год – осенью, зимой и весной.